Седьмая международная конференция, посвященная теме великого переселения народов в Евразии, прошла в Российском университете дружбы народов. Она организована ЮНЕСКО и Фондом культуры Алматы в рамках международного десятилетия сближения культур. Инициатором этой программы в ООН стал Казахстан. По инициативе Елбасы в Алматы был создан Международный центр сближения культур под эгидой ЮНЕСКО. В центре внимания ученых, собравшихся на площадке РУДН, вопросы, связанные с великим переселением народов из на шелковом пути. Историки представили результаты научных изысканий по широкому кругу тем от лингвистики до генетики. Проект вызвал большой резонанс в научном сообществе и направлен на освещение белых пятен истории. Дружба народов – это результат сближения культур, по сути дела. Поэтому мы все занимаемся вот этим процессом сближения разных культур. И вот только это обеспечит мир и спокойствие на нашей земле.